Тазер – электрошоковое оружие нелетального действия. Главное отличие электрошоковых устройств Тазер от аналогов заключается в запатентованной технологии, позволяющей свести к минимуму получение увечий и летального исхода при задержании правонарушителя и в способности поражать цель на расстоянии от 4,5 до 10 метров. Несмотря на тот факт, что в названии геймпада фигурирует Xiaomi, сама компания Xiaomi выступает тут скорее в роли старшего брата, который помогает Fedja, Flea Digilab, на своей краудфандинговой площадке в выпуске их игр. Flea Digilab была основана в 2008 году. Она занимается разработкой и выпуском игровой периферии. В настоящее время Flea Digi владеет рядом патентов на различные технические изобретения, и с момента создания выпустила более 30 различных периферийных продуктов. Flea Digilab сосредоточились на исследовании и разработке в области мобильного гейминга.